Добрый день, еще раз, уважаемые товарищи. Начинаем сегодня вебинар. Вебинар сегодняшний посвящен системе подготовки к основному государственному экзамену, то есть к экзамену, который учащиеся сдают после 9 класса. Так, все меня слышно? Хорошо. Ну, продолжаем. Вопросы задавайте во вкладке «Вопросы», а в чате, если только сами обсуждаете, там что-то пишите, потому что очень трудно вылавливать вопросы из чата, если их, на них потом отвечать. Поэтому вопросы по существу во вкладке «Вопросы», пожалуйста. Какие же у нас этапы есть сдачи экзаменов? Вы все знаете, я надеюсь, что это итоговая аттестация выпускников в начальной школе 4 класс. Уже в декабре предыдущего года учащиеся писали выпускную работу пробную по окружающему миру, по русскому языку, но по английскому, по-моему, еще не писали, тоже там как бы еще не совсем все там разработано и как бы апробировано, хотя это тоже все очень сложно, потому что говорят, что на этой работе тестировалось то, что еще учащиеся не прошли, потому что еще впереди третья и четвертая четверть. Поэтому тоже, конечно, все такое недоделанное еще. Есть проблемы. Вторая аттестация – это государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ после 9 класса, серединочка как раз, и единый государственный экзамен, 11 класс. Вот мы с вами сегодня остановимся на государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, то есть той, которая проходит после 9 класса. Она как раз промежуточная, она как раз соотносится из первой и из последующей. И вы увидите, что в чем-то она даже несколько, может быть, даже сложнее, чем единый государственный экзамен, в том, что учащиеся впервые сталкиваются с таким экзаменом, потому что это, конечно, не сравнить с аттестацией после 4 класса. А те, которые пойдут дальше сдавать единый государственный экзамен, я думаю, что если они пройдут вот эту ОГЭ, то для них уже как бы будет гораздо все легче. Поэтому это очень важный этап, и к нему нужно учащихся готовить, чтобы не было как бы у них страха, чтобы они шли уверенно и не пугались этой аттестации. Это вполне возможно, если выполнять все требования, которые нужно выполнять на уроках. Что же нужно для того, чтобы успешно пройти эту итоговую аттестацию? От нас, как от учителей, необходимо развивать умения и навыки, те, которые нужны в разных видах речевой деятельности. То есть те навыки и умения в тех видах речевой деятельности, которые прописаны в Федеральном государственном образовательном стандарте, те, которые прописаны в примерной программе по иностранным языкам, что касается начального общего образования и то, что касается основного общего образования. Но не только это нужно. Это, конечно, процентов 80 успеха. Но 20% все равно закладывается на умение сдавать экзамен, то есть умение выполнять форматы, тестовые форматы, то есть это умение обладание экзаменационными умениями, так называемыми exam skills или test taking skills, которые тоже должны быть развиты учащихся. И вот сегодня мы тоже на этом остановимся. Они в какой-то мере совпадают с метапредметными результатами, потому что очень там много соотношений, если как бы это заложено в учебно-методическом комплекте, то у учащихся тоже не будет проблем выполнять задания в таких тестовых форматах. Какие же средства подготовки к государственной итоговой аттестации заложены в нашем учебно-методическом комплексе? Их можно условно разделить на две группы. Это специальные средства, то есть непосредственно контрольные работы в той или иной форме. Это могут быть как в учебнике разделы Test Yourself, Preparation for Testing, и отдельные брошюрки, так называемые контрольные задания в тестовых форматах. И дополнительные задания в интернет-поддержке. И не специальные средства, а это упражнения. Упражнения те, которые заложены как в учебнике, так обязательно в рабочей тетради и в книге для чтения. Вы сегодня увидите тоже, что обязательно нужно использовать полный комплект, потому что это помогает учащимся все именно обобщить и вам помогает организовать работу правильно и успешно. Вот покажу вам пример не специального так называемого средства, упражнения из книги для чтения из 7 класса, которое работает на экзамен тоже. Задание по чтению. Учащиеся должны прочитать 4 коротких текстика и заполнить табличку информации из этих текстиков. Что от них требуется?
от них требуется, кто написал письмо, эту заметочку, где этот человек провел каникулы, что он там делал и какие его впечатления. Это упражнение организует деятельность учащихся таким образом, что учащиеся осознают и атмосферу этого текста, то есть впечатление ребенка, то есть как бы главную идею, и специальную информацию, конкретную информацию они вылавливают, что делал ребенок на каникулах. При этом это упражнение работает, естественно, на умение читать, которое работает и на тестовое задание первое, то есть соотнесение, где текст соотносится с заголовком, и на тестовое задание второе, где учащиеся должны как бы понять, вы вытащите из текста конкретную информацию, соотнести ее, верно или неверно, или в тексте не сказано. Но в данном случае вот как раз работа идет над этими умениями. Вот такие задания. И если в книге для чтения там достаточно заложено таких заданий, потому что в учебник нельзя заложить большое количество заданий по чтению, потому что размер учебника не позволяет, как вы понимаете, туда закладывать такие большие тексты, чтобы на них можно было научить учащихся выполнять задания по чтению, вообще научить учащихся читать, то есть развить у них вот эти навыки и умения по чтению конкретно. Следующий пример задания. Это задание тоже из книжки для чтения, но оно может как бы встречаться и в рабочей тетради. Учащиеся одно из заданий к тексту есть такое, то есть проверка понимания прошла, и потом идет задание такое. Нужно заполнить табличку словами из текста. И вы видите, что здесь идет работа над словообразованием. То есть в тексте встречаются несколько слов однокоренных, и учащиеся должны их организовать в табличку. Здесь подсказка есть существительная. Существительное, которое обозначает человека, потому что учащихся тоже проблемы, да, как бы они существительно могут понять, а какое существительное могут и не образовать. В данном случае вот как раз будет наглядно все и очень хорошо. Прилагательное наречие. Линеечками показано, что им нужно заполнить, то есть что в тексте, какие слова находятся. А следующим заданием дается такое задание, что нужно заполнить оставшиеся графы. Таким образом, вроде бы, текст по чтению, мы развиваем умение в чтении. Но параллельно мы работаем здесь над теми умениями, которые пригодятся учащимся для выполнения заданий в лексико-грамматическом разделе теста. И это очень важно, потому что такие задания, они как бы для учащихся страшны, а на самом деле они очень по натуре, если над этим работать, они достаточно простые. Следующий пример. Пример из учебника 9 класса. На уроке учащимся предлагается работа над письмами, письменной речью. Вот учащийся знакомится с тремя письмами, которые написал подросток. И надо соотнести три письма, три вида письма. Письмо личного характера, письмо официального характера, letter of application, и письмо резюме. При этом, естественно, учащиеся знакомятся с этими письмами и знакомятся с форматом письма, с организацией письма разного типа, с лексикой, которая встречается в данных письмах, то есть как писать данные письма. В данном случае они пока их не пишут, но они именно знакомятся, и они видят отличие одного письма от другого, зрительно они воспринимают, как это письмо должно выглядеть, как оно правильно оформлено, и, естественно, это подспорье для написания письма на экзамене. Перейдем к разделам, как я говорила, специальные задания, те, которые присутствуют в учебно-методическом комплексе, это разделы «Test yourself, preparation for testing», то есть контрольные работы. И задания в этих разделах, естественно, соотнесены с форматами как основного государственного экзамена, так и единого государственного экзамена. Посмотрите на это соотнесение. То есть если мы посмотрим, основной государственный экзамен, он состоит из двух частей, как вы знаете. Это письменная часть и устная часть. В письменной части у нас присутствуют 4 раздела, в устной части 1 раздел. Если вы посмотрите на контрольное задание, которое у нас есть в учебнике в разделе «Test yourself» или «Preparation for testing», или в специальном компоненте «Контрольные задания» «Assessment tasks», то вы увидите, что там те же самые разделы. Даже плюс еще лишний раздел, да, в письменной части у нас то же самое аудирование, то же самое чтение, та же самая лексика-грамматика, письмо, и еще раздел, проверяющий социокультурные знания, навыки и умения. В устной части точно так же раздел говорения обязательно присутствует. Специальный компонент, немножечко на нем остановимся. Что вы в нем увидите? Это контрольные задания, как я говорю, уже в тестовых форматах.
Там же есть методическая рекомендация к контрольным заданиям, ну и, естественно, аудиоприложение для выполнения заданий по аудированию. При этом, какой же плюс данного компонента? Он позволяет подготовить учащихся как к промежуточной аттестации выпускников начальной школы, это книжка 2.3.4, которая называется «Контрольные работы для начальной школы», позволяет подготовить учащихся к итоговой аттестации в 9 классе, это все остальные сборники контрольных заданий, предоставляет данный компонент учителю объективные средства контроля речевых навыков и умений, над которым велась работа в четверти, полугодии или в году, которому посвящена эта книга. Я вот сейчас покажу вам и покажу это конкретнее, вы увидите. И, естественно, знакомить с различными типами тестовых заданий, встречающихся на экзамене. В контрольных заданиях четвертные годовые контрольные работы. Также там присутствуют памятки и советы, как лучше справиться с различными типами тестовых заданий, бланки ответов для письменных заданий, что немаловажно, приложение с материалами для пробной сдачи ОГЭ в 9 классе, книжки для 9 класса. И вот пример задания из начальной школы. Естественно, оно адаптировано под начальную школу. Задание на проверку знаний лексических единиц. Конечно, задание на выбор из двух лексических единиц. Естественно, начальная школа. Из четырех выбор, ну, это очень сложно. Во-первых, это сложно для учащихся четыре лексических единицы разделять. Во-вторых, это сложно, чтобы адекватно подобрать эти четыре лексические единицы. Потому что, как вы знаете, проверка тех же лексических единиц, она должна быть в коммуникативно значимом контексте, не в отдельном предложении, а именно в текстике. И это должно нести какой-то смысл, то есть что-то можно с чем-то спутать. Да, что-то должно быть. Например, вот, да, там, высокий или какой-то он может быть. Он может быть быстрый или какая-то другая характеристика этого животного. Но нельзя там дописать еще что-то такое, что вообще как бы и не бывает совсем, что совсем абсурдно. Поэтому задание должно быть адекватное с точки зрения составления и с точки зрения выполнения. Вот это задание для начальной школы. Просто почему соотношение идет с тестовыми заданиями ОГЭ, я говорю, и ЕГЭ? Потому что в ОГЭ, например, лексика не проверяется. Но если ее не проверять все 9 лет, а потом начать проверять только в 10 классе, то, естественно, как бы вряд ли что можно будет проверить. Рекомендации, полезные памятки и советы, какие тоже присутствуют в тестовых заданиях, в книжках с тестовыми заданиями. Это общие рекомендации, то есть как вообще выполнять контрольную работу, как организовать свое время для этой контрольной работы. И конкретные задания, памятки по конкретным заданиям, как вот, например, вы видите, аудирование, как выполнить задание на установление соответствия, как выполнить задание на множественный выбор и так далее. Все это очень полезно и для учащихся, и для учителя. Можно даже распечатать, на стенку повесить, ну или учащихся постоянно отсылать, потому что эти навыки, они очень важны. Что же вы увидите в методических рекомендациях, то есть в рекомендациях для учителя? Это инструкции по проведению заданий, естественно, тексты для аудирования, естественно, ответы, естественно, критерии оценок, шкалы перевода оценок в отметке, баллов в отметке, ну и какие-то другие полезные материалы в зависимости от ситуации. Вот посмотрите пример, то есть ход урока начинается с инструкции по проведению, то есть здесь даются рекомендации, как организовать эту контрольную работу при условии, что у вас, вы можете выделить 2 часа на нее, 2 урока, или у вас есть только один урок, который вы можете посвятить этой контрольной работе, тогда что сделать в классе, а что дать ребенку на дом. Дальше идет по разделам. При этом вы видите рекомендации Listening Comprehension, вы видите в скобочках 5 минут. То есть рекомендуемое время для выполнения каждого задания. Это очень важно. Потому что если ребенок даже очень умный, но очень медленный, он может не выполнить что-то. И именно даже вот он это сделает великолепно, а что-то он не успеет сделать, то получится, что он потеряет большое количество баллов из-за того, что вот он не привык работать во временных рамках. Те, которые отводятся на экзамен, те, которые соотносятся с экзаменом. Поэтому вот эти времена, время, которое необходимо для выполнения каждого раздела, оно прописано здесь в скобочках, и все это выверено и рекомендуется. Текст для аудирования, естественно, дается. Очень часто мы даем в нем подчеркивание, подчеркиваем те места, на которых основывается правильный ответ, для того, чтобы, ну, как бы вам было легче, естественно, организовать, меньше время затратить на подготовку к этой контрольной работе. Ответы к заданиям, конечно, обязательно они есть. Критерии оценок.
Ну, тоже они корректируются, они соотносятся с возрастом учащихся. Естественно, мы не можем заложить те критерии, которые, например, там для 9 класса, опустить их прямо сразу и те же предложить для начальной школы. Естественно, мы их адаптируем под начальную школу, но при этом мы, естественно, предлагаем вам шкалу перевода, как оценить. То есть, если сколько-то набрал баллов за это упражнение, особенно если когда там расчасовка в одном задании столько-то заданий, в другом столько-то, то есть как перевести вот эти баллы в оценку, то есть сколько поставить там за грамматический, лексический блок. Ну, за любой блок, понятно, просто привожу пример. И вот такие полезности тоже, которые есть, это Interlocutor Cards, как говорю, дополнительные какие-то полезности. То есть как организовать там беседу с учащимся, какие вопросы можно задать после выполнения определенного там высказывания, когда учащийся выскажет свое какое-то высказывание. А вот теперь посмотрим, давайте контрольную работу. Вот я покажу вам две контрольных работы полностью. Из начальной школы и из средней школы. Вы посмотрите, как я говорила, организацию по разделам. Вы увидите, какие блоки там есть. Ну, как вы видите, сразу начинается с аудирования. Это контрольная работа из третьего класса. Естественно, адаптация задания, тип задания. Прослушай разговор и поставь галочку рядом с теми фотографиями, которые показывает М. Инструкции, обратите внимание, мы приучаем учащихся с начальной школы читать инструкцию и следовать ей, потому что, как вы видите, инструкции меняются с периодичностью достаточно быстрой. И учащиеся должны знать, что обязательно нужно прочитать инструкцию, что от него требуется. Поставить галочку, обвести ли номер задания, выписать ли его куда-то, как это обозначается, тут номер задания. Да, чтобы он там потом, например, true, false, not stated не T написал, а номер один и так далее. То есть, ну, к этому нужно готовить, начиная, вот мы готовим с начальной школы. То есть, если с начальной школы учащийся приучается делать сообразно инструкцию, то, естественно, для него не будет проблем уже при выполнении экзамена за основную общую школу. Второй блок. Посмотрите, чтение. Обратите внимание, что первая часть в чтении это контроль умения читать по правилам. Почему? Потому что контрольные работы, как я уже говорила, соотносятся с теми знаниями и умениями, над которыми велась работа. Они контролируют те знания и умения, над которыми велась работа в данной четверти, например, да, или там в данном цикле, или там в данном, когда обобщающая контрольная работа, классе. Но в данном случае это работа четвертная, и поэтому вы видите правила чтения. То есть вы можете посмотреть и увидеть даже, над какими гласными буквами, над чтением каких гласных букв велась работа на данной четверти. Ну, естественно, я тут обрезала, вы можете просто на буквки посмотрите, какие есть, не думать, что там только транскрипция «эй», да, и «э», там просто все не влезет, очень мелко. А так как бы распределяют. И второе задание – это прочитать слова вслух. То есть контроль идет. Это умение работает, и потом нам очень сгодится, да, сейчас сгодится уже на ОГЭ, и нужно на ЕГЭ, да, уже как бы второй год. Поэтому обязательно это контролируется, то есть это выносится на контроль. Второе задание на чтение в разделе чтения, это задание уже полноценное, то есть задание на проверку умения читать. Тут уже навык именно чтения как чтение. Прочитать текст. Там нужно было соотнести с картинками, а второе задание отметить галочкой те вопросы, которые соответствуют содержанию рассказа. Обратите внимание тоже, что вот это задание, оно вроде бы не в формате, как бы не форматное, ну как мы могли бы сказать, то есть не соотносится с форматом экзаменов, которые существуют сейчас. Но вот какой тип задания здесь? Это подготовка к заданию true, false, not stated. Потому что, конечно, not stated очень сложно понять детям. В начальной школе это просто невозможно, я так считаю. А вот это задание, оно подготовительное. То есть учащиеся как бы отметают те вопросы, то есть не отмечают галочкой, которые содержат или ложную информацию, или вообще которые не содержат информации, которая соотносится с текстом. То есть они отмечают только верные вопросы. При этом здесь есть предложения, в которых информация есть не только ложная, а именно той, которой просто нет в тексте. Но учащийся здесь уже вот знакомится с этим таким типом задания. Лексика, грамматика. Естественно, опять я уже говорю, адаптация под начальную школу. Мы не можем
опустить прям 9 класс сюда и все как бы делать по формату 9 класса. Нет. Выбор предлагается на тут грамматической структуры. Проходили соотнесение, то есть здесь вот вторая часть – это вопросительные слова. Велась работа над умением создавать вопросы. А первая часть – это, вот видите, там вспомогательные глаголы, то есть именно согласование подлежащего и сказуемого, да, по-русски вам скажу, а как по-английски сейчас запуталась. Угу. Задание на говорение. Опять же, присутствует у нас как монолог, так и диалог все время. То есть учащиеся готовы и к диалогическому высказыванию, и к монологическому высказыванию. При этом вот уже с начальной школы нужно подготовить рассказ по схеме. Схема дается, то есть учащиеся постоянно готовы вот, выполнять задания по схеме. Что-то у меня мышь куда-то влезает. И задание на диалогическую речь. Две карточки, два ученика задают вопросы и отвечают на вопросы. То есть это подготовительное задание, естественно, оно готовит тоже к умению выполнять экзаменационные умения, задания. Задание на письмо. Блок письмо, написать письмо, закончить письмо, потому что в начальной школе не требуется, в требованиях учащиеся должны написать письмо по образцу с опорой. Вот здесь предлагается с опорой. Хотя мы в начальной школе тоже уходим, и есть у нас задания, те, которые даже уходим дальше, на повышенный уровень с базового уровня. То есть есть задания базового уровня с опорой, и есть задания повышенного уровня. То есть учащиеся уже пишут и письмо тоже в начальной школе без опоры. Но вы видите, что схема письма предлагается, учащиеся знакомы, учащиеся делают. И шестым блоком вот в письменной части у нас cultural awareness, то есть контроль социокультурных знаний, навыков, умений. А на экзамене это не проверяется, но это учащихся может провериться. Как бы в британском бульдоге дети участвуют, а там часто бывают такие задания. Разные олимпиады бывают олимпиадного уровня. Там тоже есть задания, которые проверяют социокультурные знания и навыки. Поэтому этот блок, он лишним не бывает. Естественно, мы выносим на контроль только то, что проходилось. То есть это не просто как какое-нибудь олимпиадное задание, а то, что проходилось в данном цикле или в данном четверти, обобщено что-то, то это и выносится на контроль. А вот теперь посмотрите контрольное задание из книжки контрольных заданий для 8 класса. Это финальный тест. И уже вы видите, естественно, что он уже больше похож на ОГЭ. Он уже, вы видите, что в аудировании, видите, два задания представлены. Три уже как бы мы тут не стали загонять, но столько времени нет. Они меняются, форматы меняются, то есть то такой формат, то все форматы представлены, но просто набор форматов, он такой или сякой. То есть везде по два задания мы оставили. Но вы видите, они уже соотносятся, полностью соотносятся с основным государственным экзаменом. И вот сразу я хочу вам, может быть, я даже потом сейчас вернусь. Ладно, сначала мы смотрим на формат. По чтению предлагается тоже задание, тоже два задания на соотнесение на true, false, not stated. Раздел лексика-грамматика тоже, да, представлен точно так же. Задание письменное и задание на говорение. А вот теперь я еще раз хочу вернуться, буду подчеркивать, как бы, и еще буду показывать то, что, чем хороши вот эти тестовые задания, как я уже сказала. Тестовые вот эти книги, контроль, да, контрольные задания каждому классу, тем, что контроль идет тех умений, тех там лексических единиц или что-то, то, что проходилось в данной четверти. Вот этот финальный тест, и обратите внимание, по какой схеме он построен. В нем представлены, ну, в данном случае мы можем сказать, что он построен на материале всего учебника. Но именно что вот, если просмотреть его весь, то в нем представлено... представлена тема, тематика, она представлена всего учебника. То есть, если вот, например, первое упражнение, первое задание в аудировании, оно тематика его путешествия. Второе задание – это тематика, то есть это второй цикл 8 класса. Второе задание – это покупки. Это, если я не ошибаюсь, пятый цикл, нет, не пятый. Ну, там, шестой цикл 8 класса, да, то чуть я сбилась. Угу, шестой цикл 8 класса. Дальше у нас
Так, а в чтении два текста, это четвертый, пятый циклы, то есть циклы, посвященные спорту, и циклы, посвященные здоровому образу жизни. Вот они представлены в этих заданиях. Дальше смотрим грамматический блок. Это праздники, то есть это третий цикл, праздники, посвященные празднике, традиции. И следующий цикл, задание на словообразование, это задание здоровый образ жизни. Письмо пишут по спортивной тематике, а говорение представлено традиции культура. То есть это третий цикл. То есть вы видите, что не просто набор любых текстов, как бы, все равно мы соблюдаем и стараемся заложить, естественно, ту грамматику, ну, за год, как бы, понятно, там много ее прошли, много лексических единиц, много узнали. Но, по крайней мере, видите, в контрольное задание, в годовой, вы видите, представлен материал, как бы, всего учебника. И именно он представлен так, чтобы весь материал прошел. То есть все циклы были представлены. И, как уже говорили, листы переноса, куда учащийся переносит свои выполненные задания. То есть и здесь это тоже умение, которое учащиеся должны овладеть. И хорошо, что если они овладеют раньше, чем в конце 9 класса или даже там за 9 класс. То есть в 8 классе уже представлены вот такие листы, куда учащиеся переносят, могут исправить что-то, да, как все, как в листах настоящих на экзамене. Но, как я уже говорю, что у нас представлены разные тестовые задания. Почему? Потому что нужно обязательно знакомить учащихся с разными тестовыми заданиями. Потому что, как вы уже убедились, что задания меняются, и если как застопориться на одних, то учащиеся могут быть не готовы к выполнению других заданий. Поэтому в нашем учебно-методическом комплексе представлены, видите, самые разнообразные задания. Вот чуть большим шрифтом я выделила те, которые сейчас есть на экзамене. Ну, мы как бы знаем, что могут и другие задания появиться, но они тоже представлены в учебнике, учащиеся, вот, я имею в виду учебно-методическом комплекте, и учащиеся знакомы с ними, и никаких проблем у них не должно возникать. А теперь пойдем по разделам теста, то есть по разделам ОГЭ. Первый раздел – задание по аудированию. Первое и второе задание проверяют умение понимать на слух основное содержание текста. Тип задания – задание с кратким ответом, задание на установление соответствия. Видим домоверсию, мы знаем, первое задание, уровень сложности 1, где нужно место действия определить. И второе задание – это нужно 5 высказываний прослушать и соотнести с утверждениями. Уровень сложности 2. Здесь учащиеся высказывания по какой-то там тематике. Что же нужно учащимся, чтобы они могли справиться с данными заданиями? Это нужно обладать следующими умениями. То есть умение выделять в тексте ключевые слова, ориентироваться на них, особенно это важно в первом задании. А необходимы эти задать слова, которые необходимы для понимания основного содержания. И отбрасывать те слова, от которых не зависит понимание основного содержания. То есть ключевые слова. А как же научить этим ключевым словам? Ну, еще тут памятки у нас такие уже есть. Это я в соотнесении, в каждом учебнике есть эти памятки, как я уже показывала, и в тестовых книгах есть эти памятки. И вот задания, те, которые учат выполнять данные задания в учебнике, упражнения в учебнике или в рабочей тетради, или в книге для чтения, которые учат выполнять такие задания. Вот первое упражнение, 1.1 со скобочкой, посмотрите. То есть в разговоре вы услышите вот эти слова, как бы ключевые. Догадайтесь, где находится Таня. И картиночки детям предложены. То есть если orange juice, то есть вот тут картиночка кафе, как бы может быть. То есть учащийся может подумать, услышишь сок, да, наверное, кафе. Пассажир. Пассажир может быть и в самолете, и в машине, и на корабле. Bathroom. Да, ну, может и на корабле, да, быть. Да, и на самолете. Seatbelt. Машина, пожалуйста, да, самолет, то есть разброс такой. Caption. Да, мало ли, может на корабле, в самолете. Но вот, в общем, если все собрать, да, у нас, где у нас это может случиться, то учащийся приходит к определенному выводу. Потом они слушают разговор и подтверждают свой выбор. В данном случае, как бы учащимся, ну, это, во-первых, как бы, если развернуть, то получится, извините, у учащихся ключевые слова и вот как бы четыре места, которые они смотрят. Там у них четыре высказывания,
и 5 мест соотносит. А здесь вот по ключевым словам должны соотнести. Но вот это упражнение и такой тип упражнений именно работают на то, что учащиеся должны вылавливать эти ключевые слова. Естественно, таких упражнений много в учебник вы не заложите. Но, по крайней мере, показав учащимся, как выхватывать эти ключевые слова, и работая, может быть, есть у вас факультативное занятие, где вы будете уже работать с непосредственными заданиями из банка упражнений с ФИПИ, где еще дополнительно будете делать и пояснять учащимся, как это делать. Но научить вы должны на уроке, потому что учащийся должен быть знаком, как ему вычленить эти ключевые слова, на что ему обратить внимание, чтобы он мог понять, где человек находится, в бассейне или на уроке, или где там, на автобусной остановке и так далее, что ему поможет, потому что именно он должен предположить, что он может услышать и что получится. Вот следующее, например, как раз задание, оно идет обратный у него ход, от предположения. Послушай истории о 3 паралимпийских видах спорта и соотнеси с картинками. В данном случае учащийся смотрит на картинки, он видит, что все спорты, связанные с мячом, как бы это то, что их как бы объединяет и сложность, потому что везде звучит слово мяч. Но они могут смотреть, где там есть, чем отличаются. Тут ракетка, тут еще что-то, да, какой-то там ворота или что-то. И учащийся именно предполагая, что чем отличается один вид спорта от другого, они могут уже настроить себя и понять, какие же слова им надо выхватывать, чтобы им понять, где какой вид спорта описывается. И такие типы заданий, не полностью, оно, естественно, может быть не 5 текстов слушать, а может быть и один какой-то текстик послушать, но именно обучающего характера. Потому что вот, например, задание «Прослушай разговор Тани и Курта и выбери лучший ответ». То есть о чем они говорят? Вот в данном случае один диалог, но 3 выбора, и они соотносят. Или, говорю, уже задание, ну, полноценное такое, то есть 5 говорящих и должны соотнести с 6 высказываниями. Естественно, такие задания представлены и в тестах, и в тестовых книжках. Но, как я уже говорила, как вы уже видели, нельзя, конечно, все 3 задания загонять в тестовые книги. Поэтому в каждом, например, вот в 5-м классе в контрольных заданиях в аудировании в одной четверти представлено задание такого типа, одного типа, в другой четверти представлено задание второго типа. Или вот 7-й класс тоже вы видите, тоже опять такой типаж. Тут один тип, там другой тип, то есть все представлено. Естественно, есть памятки, то есть так называемая работа над тест taking skills, то есть умениями сдавать экзамен, то есть как читать, что подчеркивать обязательно, нельзя жалеть эти листы, их нужно подчеркивать и подчеркивать в своих тестовых книжках, обязательно учащимся учить, что нужно выделять эти ключевые слова, нужно выделять предполагать, то есть чем отличаются, что они будут выхватывать из текста, чтобы им понять, чем отличается один текст от другого. И вот такого задания, опять же, обучающего характера из учебника 9 класса. Посмотрите на ситуацию. Да, вот в данном случае у нас 3 спикера, которые говорят о опыте, который они получили при учебе за границей. Вот 4 утверждения. И первое задание для учащихся. Учащиеся должны написать 3 слова или 3 фразы, которые они предполагают услышать, если человек говорит о том, что он, например, выучил новый язык. Какие фразы могут быть? Или он стал более уверенный в себе. То есть, что он скажет? И в книге для учителя мы говорим об этом. И, то есть, как выполнять? Вы должны напомнить учащимся, что, как выполнять такое задание. То есть, каждый раз при встрече такого упражнений периодически мы вам подсказываем, как вести учащихся. И вот примерный вариант ответа. То есть, если он говорит про язык, он может, следующие фразы могут прозвучать. То есть, что учащиеся могут предположить. А потом они слушают, соответственно, и соотносят с тем, что они написали. Совпало у них там 2 слова и хоть одно слово, но, по крайней мере, мозги настраиваются на вот это конкретное высказывание. Учащийся должен предположить, что он там может услышать, и, скорее всего, там эти слова и будут, потому что, естественно, это уровень А2, высказывание
хоть и второго уровня, но не такие сложные. Достаточно, лексика достаточно простая. Она не выходит за рамки примерной программы, не выходит за рамки стандарта, поэтому никаких трудностей здесь не возникает. Третье задание по аудированию. Задание на понимание запрашиваемой информации. Тип задания с кратким ответом, множественный выбор. В демоверсии, да, вы видите, там представлены задания, то есть 6 всего вопросов, а 4 задания уровня 1, достаточно легко, это понимание эксплицитно представленной информации, и 2 задания уровня 2, извлечение имплицитно представленной информации. При этом вы должны напомнить учащимся, да, что первое задание идет легенькое, задание представлено эксплицитной информацией, то есть что спрашивают, так это прямо там все в тексте и есть. То есть не надо пугаться, первое задание достаточно простое, именно первый вопрос, то есть конкретно там все есть. Дальше уже может посложнее быть, потому что есть 2 задания уровня 2, но первая настройка идет, что это достаточно легко. Опять же, какими умениями должны владеть учащиеся? Это умение определять до прослушивания, какая информация запрашивается. То есть прочитать вопросы, что им нужно услышать, и, может быть, даже предположить, что там будет. Если вы посмотрите задания на ФИПИ, которые представлены, да, в банке, да, заданий, то вы сами можете даже некоторые как бы прорешать, как сказать, и посмотреть, что можно на многие задания даже уже и не слушая предположить, что будет. То есть уже там все как бы, или прослушав один вопрос, предположить следующий вопрос. Потому что тоже достаточно все просто. Вы видите, 4 задания эксплицитные, только 2 имплицитные. То есть все достаточно просто. Концентрировать внимание, отсеивая информацию второстепенную. То есть мы идем по вопросам, которые запрашиваются. Ненужные отсекаем, не обращаем внимания. Обязательно читаем инструкцию. То есть смотрим, есть инструкцию, текст задания. Именно что, чтобы на что нам обращать внимание, на что мы должны ориентироваться. Памятки. Они помогают. Мы их даем в учебниках, в рабочих тетрадях тоже они могут быть. Как? То есть читай вопросы, выделяй ключевые слова, опять же подчеркивай. Не волнуйся, 2 раза ты услышишь. Вы даже видите, 2 раза приучается с начальной школы, обязательно это выделяется. То есть учащийся должен не пугаться, он не услышал, первый раз не понял, то есть чтобы у него глаза не были квадратные, он будет 2-й раз слушать. И как бы если учащийся спокоен, главное спокойствие на в экзамене, он лучше справится. То есть не запугивать, не запугивать вот этими памятками, как бы мы помогаем учащимся. Если они знают алгоритм, они гораздо спокойнее себя чувствуют. Потому что когда я вооружен, то я как бы предупрежден и знаю, и предупрежден вооружен. И вот такой пример тоже. Задание в тестовом формате как бы у нас нет таких заданий, сейчас не представлены. Но тут даже, видите, надо написать. То есть прослушай историю и запишите недостающую информацию. Но это задание, вот в данном случае вот это конкретное задание, оно очень показательно. На что обращать внимание? Как вот эти ключевые слова выискивать? Вы сначала с учащимся именно разбираете вот это задание. То есть вы видите пропуски. И учащийся видит пропуски. И он анализирует, что от него требуется. То есть он видит, что в номер 3, например, какая-то площадка. Значит, он что может предположить? Что там может быть? Трава, да? То есть какой может быть вид покрытия? Или, например, вот мяч используемый, он похож на тот, который используется, значит, он в каком-то виде спорта, естественно, да, а не где-то там в магазине. То есть ясно, что он будет слушать и выслушивать этот вид спорта. Или последний пример, очень показательный, номер 5. Каждая команда состоит из стольких-то игроков. Понятно, что здесь будет цифра, а не какой-нибудь там прилагательный хороших игроков. Ясно, что учащийся уже нацеливается услышать цифру. Он ее и услышит, если он ждет, что он ее должен услышать. То есть вот такие типы заданий, упражнений, они обучают учащихся концентрировать свою информацию, а это, ой, свое внимание на определенной информации. А это очень важно для современных подростков, как вы знаете, потому что умение концентрироваться – это потерянное умение. Это наше старшее поколение, мы умеем концентрироваться. У нас раньше как бы были такие условия, что нам надо было концентрироваться. А сейчас, наоборот, условия на то, чтобы рассеивать информацию. А вот здесь нужно, наоборот, собрать ее.
свое внимание собрать в кучу и именно держать над той информацией, которая необходима. И вот эти упражнения, они работают. И задание тоже уже такое вот представленное, которое полноценное, да, true, false или not stated. И вы видите, что здесь именно тоже учащиеся, отвечая, вот они разные вопросы, то есть они видят информацию, та, которая представлена как эксплицитно, так и имплицитно, вот я пометила вам. То есть вы видите, обязательно должны быть такие вопросы, в которых разная информация должна быть и заложена. И памятки на каждый вид задания. Как справиться с аудированием, заданием на множественный выбор. То есть по всем видам так и есть. Вот задание тоже. Опять упражнение обучающего типа. Перед тем, как выполнить задание на множественный выбор, ну, true, false, not stated, или непосредственно множественный выбор, учащимся предлагают следующее задание. Они должны выполнить упражнение из рабочей тетради, в котором предлагается задание на перефраз. То есть, ну, классическое задание, когда учащиеся должны выстроить второе предложение, которое должно соотноситься с предыдущим предложением, используя определенные слова. Вот учащиеся делают это упражнение, как бы, ну, работают с лексикой, которая была в данном цикле, с лексическими единицами, а сами непосредственно готовятся к выполнению, как бы, задания на аудирование, потому что это задание, оно соотносится с заданием со следующим, потому что им нужно будет прослушать высказывание человека, который учился где-то там в Севилье в данном случае, и соотнести, ответить, верно, неверно или в тексте не сказано данная информация. А при этом, обратите внимание, вот звездочками помечены вопросы, те, которые, ну, тут я вырвала их чуть-чуть, из рабочей тетради, которые на перефраз были. То есть на перефраз было упражнение, а обучение за границей было трудным, но интересным. Вообще бывает, кажется трудным, но интересным для множества студентов. А учащимся надо было перефразировать, используя слово «challenging». И вот это слово «challenging» как раз оно и звучит у них в тексте аудиозаписи. И поэтому учащиеся, когда... И вопрос у них контрольный, видите? То есть «studying abroad seemed difficult, but interesting to him». То есть учащиеся, они же там подготовились, они уже проработали эту лексику и даже именно посмотрели, что соотнесение вот этой «challenging», оно как раз и выражается через это. То есть это подготовительное упражнение, которое как раз так и есть. Так и готовит учащихся, и именно не пугает их, а именно подводит, что он видит, да, я могу, я же вот уже я понимаю, что вроде бы именно на чем это упражнение работает. То есть они понимают, что здесь-то написано одно, а в тексте так не будет звучать, там будет другими словами. Но я-то ведь и те слова тоже знаю, и эти слова я знаю, и те знаю, и я понимаю, что эти слова заменяются другими словами. И вот тоже дальше делают упражнение уже непосредственно на множественный выбор. И в тестовых книжках опять представлено упражнение такого формата, то есть multiple choice, где учащиеся должны выбрать вариант. Опять же, адаптация, как я вам говорю. Посмотрите, для 5 класса в тестах 5 заданий. Мы не можем дать размер текста, как в 9 классе. Конечно, он короче. Он, может быть, звучит столько же, потому что попроще, помедленнее. 5 вопросов. И выбор там не из 3, а из 2. Достаточно ребенку 5 класса. Он 2 вопроса прочитает, 2 выбора. Но все равно это задание такое. Он учится, и дальше он идет. И тут ему обвел, выписал, тут обведи, то есть попроще все. А потом уже там в 8 классе уже задание такое, как, ну, положенного вида. Раздел чтения. Первое задание, опять же, попроще. Умение читать текст с пониманием основного содержания. Краткий ответ, соответствие. Смотрим домоверсию. Все вы знаете, уровень сложности 1 соотносит текст с заголовками. Какие же умения? Умение понимать основное содержание или основную идею. Опять же, игнорируем второстепенную информацию. Вычиняем только то, что нам нужно для того, чтобы соотнести заголовок. Когда начинаем работу? Опять же, не в 9 классе. А вот, по крайней мере, да, у нас пример из 5 класса. Хотя там и в начальной школе тоже есть, где нужно понять тему текста. Такие задания есть. Но вот здесь прям классическое такое подготовительное упражнение. О чем данная история? Выберите лучший ответ. При этом прочитайте learning to learn note.
памятку, в которой объясняется, что как мы читаем с пониманием основного содержания. И далее, в каждом классе обязательно встречаются такие упражнения. Прочитай, соотнеси с заголовками. Прочитай, соотнеси с заголовками. Обратите внимание, то есть понимание основного содержания. Заголовок может быть как, ну, как бы нормальным предложением, так и идиоматическое какое-то выражение. Вот, например, вот здесь, да, заголовки как раз такие. Sweet tooth, да. При этом соотнесли. Может, кто-то не понял. Есть второе упражнение. Какие коллекции дети собирают? Заполните табличку. Почему? Да, у них такая коллекция, кто что собирает. А потом возврат к первому. Как же вы переведете эти заголовки? То есть, если вы уже там что-то не понял, ребенок, то проделав вот этот комплекс упражнений, тот, который у него в свернутом виде будет на экзамене, тут он развернутый, а это все у него в свернутом виде, на экзамене у него все это пролетит. И он соотнесет там тот же этот заголовок. И все, как бы, научился, и все выполнит. Упражнение. Вы видите, да, соотнесение заголовков с текстами. Пятый класс. Понятное дело, заголовки простые. Им нужно только определить, где Манчестер описывается как студенческий город, а где Манчестер описывается как, ну, какой там, интернациональный порт, да, международный порт. А седьмой класс уже полноценные заголовки, которые несут основную идею текста. Обязательно памятки. Обязательно памятки, которые... Каждый раз мы напоминаем в каждом классе, как выполнять задание такого типа, как выполнять задание на соответственно на выяснение основного содержания. В книгах для чтения, естественно, потому что вот эти тексты, они занимают достаточно места, и в учебнике невозможно разместить достаточное количество упражнений. Обязательно в книге для чтения они есть. Хотя упражнения, как вы видите, очень такого простого уровня, уровень сложности у него первый, то есть это не сложное упражнение, а ну, просто объемное. Но мы учим учащихся читать быстро, быстро такие тексты, не застревая. Прочитали, соотнесли с жанрами. А при этом второй раз прочитали и соотнесли с историями. То есть, видите, работа. То есть учащийся понимает, что один и тот же текст может быть как бы заголовок такого типа и другого типа. То есть на что обращать внимание при этом, когда ты читаешь тексты разного такого, как бы разные заголовки разного типажа. Но хорошо, когда они, конечно, заголовки в одном типе представлены. Но такое не всегда бывает. Если вы посмотрите задание из банка упражнений, то вы увидите, что некоторые заголовки бывают как бы намешанные. То есть что-то какие-то обыкновенные заголовки, а среди них один какой-нибудь попадается, который идиоматическим выражением выражен. То есть это, конечно, не очень хорошо, но видно, это еще те задания, которые как бы с древних времен сохранились, какие-то были. Поэтому. Конечно, вот это вот. Ну, все равно, если учащиеся выполняют такие задания, то есть для них проблем не будет. Второе задание. Задание понимания, на понимание запрашиваемой информации. Краткий ответ, формат true, false, not stated. Демоверсию знаете все, да, выбор. Из трех true, false, not stated. Понимание в чтении запрашиваемой информации. В данном случае здесь, конечно, одно задание эксплицитно представленной информации. Семь заданий. Уровни извлечения имплицитно представленной информации. Поэтому уровень сложности 1-2. Что нужно учащимся уметь? Понимать фактическую информацию. То есть кто, где, когда, почему, что-то там сделать. Причинно-косвенные связи, то есть косвенную информацию. Опять же, не застревать на тех словах, которые не нужны для понимания. Как же мы учим понимать фактическую информацию? Вот очень хорошее упражнение, пример, как организовать такие задания, как организовано. Учащихся, вот верхняя, да, love your books, set, да, then set them free. Да, мы на него смотрим. А учащиеся вопросы написаны слева. Вопросы написаны в том месте текста, где есть информация ответа на этот вопрос. Поэтому, видите, дырочка между третьим и четвертым вопросом. То есть там нет ответа, в серединочке тут нет. Вопрос и ответ соотносится на одной линии находится. То есть учащимся проще. Вот эта организация им показывает. И здесь вы им напоминаете, что вопросы идут по порядку в тексте.
Конечно, вот сложно на ФИПе в банке заданий. Там вот задания к текстам как раз перепутаны. С какой целью, неизвестно. Наверное, может быть, где-то ключи выкладываются, и потом это перепутывается. Поэтому там, конечно, дети, которые готовятся, они смотрят, вот, ну, бегают они. Понятно, что это не аудирование, можно вернуться, как бы, ну, это запутывает. Это, конечно, зря сделали. Дети все равно найдут, где есть ключи, кому это надо, а кто работает, зачем отвлекать и путать, нехорошо. Но вы должны сказать детям, что на экзамене вопросы идут по порядку. И, естественно, у нас в книгах, в заданиях, они тоже идут по порядку, никакого запутывания нет. Поэтому это легко с точки зрения, если ты нашел вопрос, особенно когда ты отвечаешь на вопрос not stated. Потому что ты понял, где ты ответил на конкретный вопрос «да» или на конкретный вопрос «нет», а этот где-то в серединочке, то ты можешь найти, есть он или нет, этот вопрос, а не по всему тексту искать, есть на него информация или нет. А задание вот следующее, которое ниже, да, идет стрелочка. Опять конкретная информация. Нужно, прочитав текст, учащиеся должны определить, о ком из мальчиков, играющих в ансамбле, идет речь. То есть, кто играл на таком-то инструменте, кто там пел, да, кто хотел связать свою карьеру с музыкой. И в то же время, опять же, мы уходим дальше, умение понимать причинно-следственные связи. То есть, учащиеся понимают, какое отношение было между ребятами, как оно менялось и так далее. И тоже, естественно, информация имплицитно представлена, ее нужно вытащить. Как же мы работаем над тем, над умением игнорировать незнакомые слова? Есть тоже такие упражнения. Учащиеся читают историю и слова, данные перед историей. И потом им нужно, прочитав, понять, так какие же слова, вот они тут переведены все в рамочке. Но потом учащиеся понимают, какие же слова им нужны были для понимания, для ответов на вопросы, а какие как бы и не надо было за ними лезть в словарь и напрягаться, и как бы отвлекаться на них. Вот это тоже такие упражнения, которые обучают и очень хорошо. При этом, опять же, мы учим, что в вопросах синонимия идет. То есть другими словами выражено, как в аудировании, так и в чтении. И, естественно, мы стараемся заложить, и вот сюда как бы работаем над той же лексикой или там грамматической структурой, потому что все завязано, естественно, в учебно-методическом комплексе, которая была работа и шла работа в цикле. Поэтому вот посмотрите задание из книги для чтения верхнее, где представлены вопросы, нужно было по тексту, это текст Конан Дойля «Союз рыжих», и учащиеся должны были прочитать, ну, текст и ответить на вопросы, верно, неверно, да, соответственно. При этом в цикле велась вопрос, работа над фразовыми глаголами. И вот здесь в вопросах фразовый глагол или в тексте был в предложениях фразовый глагол. Все вопросы построены таким образом, что или здесь, или в ответе встречается фразовый глагол. Поэтому, видите, работа завязана обязательно. Авторы завязывают так, что одно упражнение работает на многое. Вот тут и чтение, как вы понимаете, и лексика, которая пойдет работа потом на ЕГЭ нам будет работать и вообще там на все. Поэтому все очень завязано. Или вот второе упражнение представлено. Смотрим на предложение и находим такие же по значению, то есть выражено по-другому, в текстиках, в отрывках из текста. Вот они помечены, чтобы учащиеся не разбредались сильно далеко, тут ограничено. Но учащиеся именно понимают, что одна и та же мысль, да, выражена по-разному. И упражнения представлены в тестовых заданиях. Опять же, я вам показываю из 5 класса, где вы видите, not stated нет. Текстик достаточно короткий, всего 5, да, у нас заданий к тексту. И 7 класс, где уже есть not stated, это где 7 заданий. То есть учащийся увеличивается текст, он там обрезан, не думает, что он такой маленький, все не уместишь. Но в 5 классе полный текст, вы видите, что все тут дальше и идет. Упражнение из 9 класса книги для чтения, по-моему. А обратить внимание, вот эти кружочком обведено. То есть учащихся обязательно нужно приучать учащихся. На экзамен такого не будет, но учащиеся должны обосновывать свой выбор. Выбор ответа. True, false, not stated. И докажи из истории. То есть обведи в истории ту часть и поставь там тот номер вопроса, на чем ты основываешь свой правильный ответ. То есть не то, что ты списал именно что, а посмотрел
Вот ты сделал. То есть как ты этот ответ ответил? Да потому что в истории вот это написано. Поэтому и ответил так. А не просто мне показалось, и я там откуда-то из головы взял такой ответ. Обязательно обратите внимание, что есть такие, и они должны быть. Вот у нас есть. То есть докажи из текста свой выбор. И даже специально в 9 классе это урок выносится такое задание, мы повторяем все к экзаменам, он выносится в учебник, идет работа непосредственно над этим заданием и пошаговая. То есть почему верно мы смотрим, вот там доказательства в тексте. Почему неверно это вопрос, доказательства в тексте. В тексте не сказано. Почему? Потому что вот там есть вот это, но из этого нельзя сделать вывод, верно это или неверно. А обязательно задание «Докажи из текста». То есть параллельное задание идет «Докажи». Раздел «Грамматика, лексика». Первое задание – грамматические навыки употребления нужной морфологической формы в коммуникативно значимом контексте. То есть нельзя работать с отдельными предложениями. Нельзя. Можно на каком-то этапе там в начальной школе, ну, совсем там где-то что-то, но обязательно должно переходить это в полноценный текст, как и есть, как это представлено на экзамене и вообще как в жизни есть. Домоверсия знаем, уровень сложности 1-2, спецификация написана, кодификатор написан. А посмотрите только, в чем как бы тут, там не то что проблема, почему я говорю ЕГЭ, ОГЭ страшнее, чем ЕГЭ, потому что спецификация показывает, что контролируется. Ссылочка там вот на вы видите коды. Вы смотрите эти коды в кодификаторе, там вы узнаете, что контролируется личная форма глагола, времена simple continuous, perfect, present и past, там future. Личная форма глагола страдательного залога, имена существительные во множественном числе, имена прилагательных, положительной, сравнительной, превосходной степени. При этом вы смотрите тут же в демоверсию и обнаруживаете, что оказывается у вас еще проверяются числительные, да, порядковые. При этом у вас еще проверяется слагательное наклонение. Да, это вот где-то здесь выше, да, 23, где строчечка. То есть вроде бы в кодификаторе не вынесено, а на самом деле проверяется. Поэтому, но спецификацию не вынесено, так будем говорить. В кодификаторе вынесено все, если вы будете смотреть. Но в спецификацию не вынесено, а получается проверка есть. Но все это заложено в примерной программе, все это заложено и соотносится с стандартом, поэтому имеет право проверяться просто как бы. Ну, надо знать. И вот как работаем. Вот из 5 класса пример. Работаем над формой past progressive в соотнесении с формой past simple. Сначала да, отдельные предложения. Да, учащимся. Сначала вообще они должны подставить только одну форму, понять, где им нужно соотнести именно с подлежащим, чтобы они правильно подставили was или were. То есть работаем над грамматической стороной речи. Потом уже им нужно соотнести и понимать, где же они употребляют past progressive, а где past simple. А потом уже есть упражнение, естественно, не одно оно, где у учащихся есть текст, в котором есть все времена. Ну, не все, конечно, все-все, а past simple и past progressive, потому что трудности должны нарастать, но все равно полноценный текст, в котором есть такие задания. Или обобщение, 9 класс, повторение. Видите, past meaning, grammar hint. Опять текстик, в котором заложены времена прошедшие. Вот они смотрят. Других нет, учащимся легче. То есть им не нужно отвлекаться на прилагательные, им не нужно отвлекаться на настоящее время. Как бы они в этих повторяют. Ну, правильно, мы и должны повторять сначала концентрированно, потом совсем там разбредаемся. Но это организовывает мозги учащихся и помогает им подготовиться и всю себе в табличку, как бы это все сложить в голове. Задания, представленные в тестовых книгах. Видите, 5 класс, маленькая. Проверяет то, что проходилось в данной четверти. Обязательно. Вот здесь мы проверяем то, что в четверти проходило. То есть то, что заложено, то и проверяется. То есть почему хороши вот эти книжки? То есть контроль объективный. То, что проходили вот эти же формы грамматические, какая велась работа на, там, ну, в четвертная, например, там 2 цикла в четверти. Вот сюда все и заложено. Подсказка, как выполнять. Очень хорошая памятка. То есть учащиеся должны понимать, что если им надо глагольную форму, что им нужно с ней сделать, что им надо понять. Сначала нужно понять время, то есть какое они будут выбирать. Потом им надо понять, какое оно, это действие, как бы группы simple, или группы progressive, или группы perfect.
Потом дальше добавляется, да, как бы залог. Сюда же они тоже закладываются. Если существительное, то что там разбредаться? Множественное число или единственное, или притяжательный падеж. То есть вот эта памятка, она опять же тоже организует учащихся. Они не пугаются, они понимают, что если там прилагательное, то кроме как формы степеней сравнения, больше от них тут ничего не потребуют. Глагол понятно, там времен хоть много. А вот как бы местоимение, тоже табличку местоимений знают, то есть понимают, что им нужно объектный падеж или притяжательный падеж, или там абсолютно притяжательный, но все равно это не так много. То есть если учащиеся понимают, что от него хотят, от учащегося, то это несложно. Вот эта организация, то есть умение, обладание, владение вот этими тестовыми умениями, оно тоже очень важно. И учащийся, который вот как бы именно держит вот это вот на руку на пульсе, то, естественно, он с этим справляется хорошо. Вот упражнение из рабочей тетради «Контроль, 7 класс, 2 четверть». Вот если вы посмотрите, то вы можете понять по формам, что проходилось в данной четверти, что повторялось, что было новое. Вот в данном случае вы видите здесь наречия. Новым был материал, это были наречия, степени сравнения наречий. Вот здесь видите хат 10 и 11 кефу. И повторялись прилагательные степени сравнения прилагательных. Вот видите девятка good. При этом проверялось, здесь повторялось перфектное время, present perfect, в соотнесении с past simple. И вот здесь как раз вот. И все как раз здесь есть. Все это заложено. То есть что проходили, то и проверяем. Второй раздел, второе задание, точнее, в разделе, это словообразование. Опять же, ну, навыки использования требований родственного слова в коммуникативно-значимом контексте. Демоверсия. А кодификатор, уровень сложности 1-2, опять же, я говорю, сложнее, чем на ЕГЭ, потому что здесь у нас есть еще суффиксы числительных, и у нас есть один суффикс прилагательных -ент, которого в ЕГЭ нет. Там обходятся только суффиксом существительным -анс-йенс, которые просто, да, обычно эти существительные образуются от прилагательных на -ант-йент, поэтому это легко. А вот в девятом классе сложнее, им еще надо уметь образовать прилагательное с суффиксом -ент, которое образует глагольное прилагательное. Поэтому вот если научим к девятому классу, то к одиннадцатому, ну, повторим и спи спокойно. Как учить? Видите, с начальной школы, учебник третьего класса. Вот такие плашечки позволяют научиться узнавать вот эти словообразовательные элементы. Понятно, что учащиеся там еще у них не такой запас лексики, чтобы можно было образовать огромное количество лексических единиц. Но потихонечку идет накапливание, идет осознание, расширение вот этого вокабуляра как бы, и учащиеся овладевают. И вот вы видите такие задания, то есть им надо обратный ход сделать. От прилагательного, вы видите, вот в третьем классе, да, представлено, сделать, образовать существительное. А потом употребить нужное прилагательное. Четвертый класс, суффиксы, которые обозначают людей, деятеля, суффикс ER, OR. Упражнение, естественно, оно направлено, вот только один суффикс мы работаем, но мы работаем, и учащиеся осознают. В пятом классе уже идет накопление. То есть уже, видите, уже суффиксы существительных догадываются. Наречные суффиксы появляются на догадку. Шестой класс. Приставки. Постоянно такие плашки, они постоянно есть. То есть они постоянно обобщают, учат учащихся распознавать и видеть эти суффиксы, видеть эти приставки, которые им как раз и нужны. И проводить словообразовательный анализ. То есть определять, какая же часть речи соотносится с каким суффиксом. Умение определять, что здесь стоит в предложении, какая часть речи требуется. В данном случае она стоит на месте, учащийся видит и анализирует. А потом он уже переходит на то, что он уже сам употребляет и понимает, что ему нужно сделать. И вот такие обобщающие плашки, я говорю, они идут по всем учебникам. Видите, такие уже как бы кластеры появляются, или от одного слова, вот словообразовательная цепочка от слова help. Или, например, вы видите employ, который показано и employ, мы можем образовать и employee, то есть шаг, который может от одного слова образовать и такое, и сякое. Или обобщение одного суффикса, например, суффикс -ив показано, от каких слов может образоваться. Или, говорю, вот такие цепочные, как бы цепочки, обязательно они в каждой теме представлены, в каждом цикле обязательно есть.
И упражнения, соответственно, где учащиеся распознают способы словообразования, выписывают эти слова, сами добавляют таблички, то есть работают над этим умением. В грамматическом справочнике теоретический материал. Он представлен, обязательно учащиеся. Каждый может посмотреть, что же такое суффикс какой, что он обозначает, к чему он прибавляется, какую часть речи он образует. При этом, как вы можете посмотреть, четвертый класс, видите, пока у них еще мало совсем там знаний. Но уже тоже есть и суффикс, и приставка, все это есть. А в девятом классе, да, слово, вот раздел словообразования в грамматическом справочнике, вы видите, что только одних приставок сколько. А потом суффиксы по каждым частям речи, и все это повторяется, и все это учащихся опять все складывается. И такие задания представлены. То есть суффиксы, учащиеся вот эти аффиксы, ну тут и приставки тоже есть, прибавляют к словам, образовывают. То есть как можно образовать, постоянно идет такая работа. И потом, опять же, в коммуникативно значимом контексте вот эти все умения, они проверяются. Обучение test-taking skills, то есть как выполнять такое задание. А, но эти памятки есть как и в учебниках, так и в тестовых книгах. То есть определять, что какая часть речи является пропущенное слово, какой же суффикс подумать добавить, как можно изменить это слово, вдруг это если имя существительное, множественное число и так далее добавить. И задания такие представлены, опять же говорю, в каждом цикле, по каждой тематике. Вы можете вот просмотреть быстренько два вот этих упражнения и дальше, и вы увидите, что задание по определенной теме, то есть какой теме посвящено каждое упражнение. Обратите внимание, набор, то есть упражнения длинные, много туда слов, то есть не как в ОГЭ, там всего 6 слов. А здесь именно, что мы проверяем, обучаем те лексические единицы, те словообразовательные элементы, над которыми работали. И проверяем, соответственно, их обучаем и проверяем. Учащиеся учатся даже на этих контрольных заданиях. И в тестовых заданиях, опять же, они представлены. А обратите внимание, задание 5 класса. Учащихся еще, вы видите, они только с 4 пришли. Пока еще они не знают, у них еще нет такого большого навыка. Им предлагается выбор из лексических единиц. При этом очень хорош вот этот выбор, вот 14-й, который в конце представлен. То есть visits или visitors. Имя существительное, вроде бы понятно, им надо употребить. А вот какое же? То есть что им нужно там употребить? Учащиеся анализируют, вот этот весь анализ в голове у них проходит, и они уже вот потихонечку идет движение к овладению вот этими словообразовательными элементами. Ну а дальше в учебниках, естественно, все представлено уже так, как в тестовых заданиях, как и должно быть. Письменная речь, раздел 4. Задание с развернутым ответом, умение писать личное письмо. Демоверсия. Понятно, вы знаете, ответить на 3 вопроса, написать 100-120 слов, уровень сложности 2. Ну это для, как бы, для 9 класса 2, по 11 первый уровень переходится. Какие же умения должны быть? Какие? Умение давать развернутые сообщения. Неофициальный стиль использовать. Формат. Правильно использовать языковые средства. Логику письма, объем письма. Умений много, но если над ними работать, то все как бы нормально. Все движется и все хорошо. Объем. Вот даже в начальной школе, вы видите, тестовая книжка для начальной школы. Как объем закладывается? Объем закладывается самой структурой. То есть учащийся заканчивает строчку, на этом объем вот они держат этот объем. Дальше учащиеся отвечают на вопросы, вот им задан объем, его они заполняют. Пока еще тут слова они не считают, начальная школа, это не будут они считать, это будут считать полурок, точнее говоря. А уже вот в 6 классе, да, в основной школе, ну там и в 5 классе тоже представлено, то есть они уже вот даются им, напиши 50 слов, то есть ограничения есть, формат задан, и все тут как бы и есть, и все. Ко второй части. Дальше движемся. Организация письма, формат неофициального письма. Напиши письмо. При этом дается небольшая памятка, маленькая пока. У нас тут 4 класс. Как писать обращение. Но опять же мы и зрительно показываем, и пишем еще учащимся, напоминаем, что тут строка, запятая, где пишется у нас завершение письма, какими словами, много пока еще нет у них, естественно, лексических единиц, ограниченный. Но уже вот это все потихонечку движемся и движемся. При этом вы можете использовать, да, вот я как бы подборочку сделала маленькую, из учебно-методических материалов для экспертов, которые есть на ФИПИ, на сайте ФИПИ вы найдете. Это есть для экспертов ЕГЭ. Да, вот они предложены, вот там можете вычленить просто вот эти фразы, которые. И даже вот вы вот эту табличку составить, она как бы так разбросана у нас по учебнику, все встречается тоже.
Но, естественно, такую вот табличку повесить и учащимся раздать, повесить, и учащимся, как мы уже вот говорили, то есть вот этот формат неофициального письма, когда они должны соблюсти фразу благодарности, извинения, причины, фраза о дальнейших контактах, завершающие фразы, это должно быть отработано как дважды два. То есть учащиеся, в данном случае это подготовка к экзамену, это не свое какое-то такое сочинение, в котором ты сильно выражаешь свои мысли. Если учащийся выбрал для себя какие-то фразы, вот он хоть выбрал себе определенные, выучил их наизусть практически, правильно написал, и постоянно вот эти вот фразы у него вот уже стоят толкованы все, то серединочку письма, где ему нужно ответить на три вопроса, он на этом должен сосредоточиться на экзамене. А вот эти все фразы, окружение, вот это все, это как получается, как лексика именно такая, как обслуживающая. Она должна быть уже выучена и вся отработана, и как бы уже в голове у него, начиная практически вот с четвертого класса, как вы видите. Ну, там они прямо элементарные совсем, там еще нет извинения, что не писал раньше. Но они добавляются, и как бы вот это расширяется, но учащийся уже на них не отвлекается. Это уже он написал сразу прям, и он даже знает, сколько у него слов, если мы перейдем к объему, уходит на вот это окружение. Поэтому ему уже легче будет написать вот эту серединочку, да, когда ему нужно написать уже там что-то, ответить на вопросы, чтобы сам как раз вот эту коммуникативную задачу выполнить. При этом оформление, естественно, каждый год мы повторяем. Видите, таким образом адрес, там дата, все вот это, как мы кому пишем, что все повторяется организация. Языковые средства правильно используют. Опять же, есть определенные упражнения, то есть которые мы используем или для там благодарности, или для что-то. Вот отработка идет каждый раз по тематике, та, которая подходит. Логика, то есть вот эти логические средства связи, которые что-то там нужно сказать, учащимся овладевает. Естественно, эти средства логической связи, они пойдут и для будут годные и нужные, необходимые для написания эссе, для написания сочинения в 11 классе. Но работа начинается, естественно, в средней школе. И работать надо с этим уже начиная со средней школы, это все это есть, и им это сначала пригодится для письма, но эссе тоже уже надо начинать как бы в этой школе, уже тоже как бы в средней школе начинать потихонечку тоже писать. Вот вы видите опять. То есть здесь как бы наоборот средства связи заложены, а нужно наполнение написать. Или здесь разобраться, какие же средства связи для чего используют, где там что-то показывает время, где мы пример приводим, каким способом, а где мы что-то там причину указываем, как. А потом вставляем эти средства связи. Умение использовать неофициальный стиль. А для этого нужно понимать разницу в стилистическом оформлении текста. И вот такое упражнение есть. То есть учащиеся должны посмотреть и распределить вот эти вот слова по группам, те, которые они увидят в официальном письме, и те, которые они увидят и могут употребить в неофициальном письме. И, естественно, конечно, упражнения. Должны быть задания такие, писать письма, то есть писать, писать и писать. Опять же, видите, подчеркнуто такой синенькой черточкой. Посмотрите, 5 класс, напиши 80-100 слов. 7 класс, 90-110. Потому что проще задание. Не будет учащийся там расписывать что-то, у него не нужно ему столько слов. А в 8 классе уже выходим на уровень тот, который нужен. Уже 100-120 слов. Естественно, мы напоминаем, помню, оформление письма, правила написания письма. Но задание, опять же, если вы сейчас вчитаетесь или потом вчитаетесь, посмотрите презентацию, вы увидите и можете догадаться, какая тематика была в данной четверти, да, или там в данном цикле. То есть письмо обязательно по тематике, не отвлеченное какое-то просто, а именно все по тематике. И напоминалка, каждый раз есть напоминалка. То есть как адрес мы пишем, как мы с чего начинаем, как мы заканчиваем, как заключительная фраза, где там у нас на отдельной строке пишем имя свое, да, и ничего после него не ставим. То есть обязательно все проверяем. И задания обязательно они представлены, как говорю, в тестовых книжках, так и в заданиях, как я уже говорила, в разделах Test Yourself или Preparation for Testing, то есть контрольных заданий после каждого цикла во всех классах обязательно. То есть вы видите, вот это задание, цикл 9 класса, первый цикл посвящен чтению, то есть чтение, литература. И вот как раз задание такое. Напиши. Что там, про чтение, про автора.
Раздел говорения для нас сейчас самый сложный, как бы, не то, что сложный, а неожиданный просто. Да, появился раздел в ОГЭ, поменялся, домоверсию повесили, проект уже не проект, уже утвержденное висит. Умение устного язычного общения. Предлагаемых коммуникативных ситуаций. Тип задания – задание с развернутым ответом. Первое задание, ну, изменение, понятно, да, состоит из трех частей, то есть приведено в соответствии с ЕГЭ. Это чтение текста, условный диалог, расспрос, ответы на вопросы, тематическое, монологическое высказывание, вербальная опора. Чтение текста. Небольшого текста, уровень сложности первый, дается за него 2 балла. Критерии оценки смотрим. 2 балла, там у нас здесь 1 балл за что, 2 балл за что, 2 балла, точнее говоря, за что. И меньше за что, то есть где речь у нас понимается легко, где у нас необоснованные паузы и что такое прочее. То есть какими умениями должны учащиеся владеть. Должны уметь правильно читать, правильно расставлять ударения, правильно расставлять паузы. Какие же задания обучают? Это вот мы смотрим задания из учебника 5-6 класса. Книжки для чтения, если точнее быть, 5-6 класс. Где учащиеся еще, вот они в начальной школе обучились читать по правилам, и здесь они это все закрепляют. Им нужно из текста выписать слова, которые читаются с буквы «эй», которые читаются сообразно следующим правилам. И вот все правила чтения буквы «эй», они здесь есть. Или буква «си», которая проблемная тоже, которая может читаться как «с» и как «к». Опять же, они выписывают слова. Или сочетание OU, OW, опять же, проблемное. Участие где А, где О, вот в тексте встретилось, они соотносят. Или вообще в тексте находят слова, которые соотносятся со следующими транскрипционными знаками. Опять же, здесь сложные слова, там есть которые нечитаемые, согласные. Учащиеся соотносят. То есть такие задания они готовят к выполнению данного задания в тесте. Или уже задание, как в каждом, каждый цикл начинается с текста, в котором представлены лексические единицы, где начинаем работать над новой лексикой, над новой тематикой. И данный текст, он всегда идет со звукозаписью. Вы если посмотрите на значочки, то вы увидите значок, который обозначает, что текст идет под звукозапись. То есть учащиеся читают этот текст глазами, а сами слушают диктора. То есть они знакомятся с правильным чтением данного текста. Правильным чтением как новых лексических единиц, то есть умение читать правильные лексические единицы, так и с правильным интонационным оформлением предложений и с правильным расстановкой паузации и так далее. Дальше какое задание идет? После каждого текста, вот вы видите, в первом примере представлено, тут уже не влезло, просто я пример показала, что в каждом классе это есть. Ответьте на вопросы. При этом посмотрите, учащиеся отвечают на вопросы, естественно, они отвечают на вопросы из текста. Потому что знаний у них пока нет. Это первое, только мы начинаем работать над данной темой. Это первое упражнение в цикле. Вообще первый урок каждого цикла и первое упражнение в нем. Отвечая на вопрос, учащиеся вычитывают из текста. И в данном случае вы должны обратить внимание учащихся, чтобы они правильно прочитали, как и новые лексические единицы, а транскрипция представлена. Вы видите, ниже у Wordbox обязательно он есть. Так и обращая внимание на то, как читал текст диктор. И вот учащиеся здесь как раз и вспоминают вот эти умения, повторяют и все время поддерживают их на должном уровне умение читать. Следующее упражнение – это условный диалог-расспрос. Уровень сложности второй, за него дается 6 баллов, по баллу за каждый, на ответ на каждый вопрос. А учащиеся имеют на ответ 40 секунд, это у меня здесь написано 60 секунд, это я еще из первой версии как скачала, потом не заменила. Сейчас уменьшили, подумали, что 60-то много, 40 хватит. Понятно, что 60 много на первый вопрос, how old are you? За 60 секунд можно рассказать всю свою жизнь, может быть, да, там вспомнить, по крайней мере. Но на вопрос, что вы посоветуете человеку, который хочет держать себя в форме, я думаю, что это прям вот какое-то, прям, можно сказать, даже жлобство. Да, уменьшать до 40 секунд, то опять же получается задание, даже, может быть, даже сказать, несколько сложнее, чем то, которое представлено на ЕГЭ, где нужно задать вопросы, имея перед глазами подсказку.
А в данном случае учащийся слышит вопрос спонтанно. Он его слышит и на него должен ответить. Ну, как бы, как облегчить, что как бы, как учащихся настроить, что все-таки не так все это страшно, не что такое. Понятно, что тематика одна. Обязательно нужно настраивать учащихся, что они должны ответить полно, потому что у нас написано, что мы должны дать полный ответ. Нельзя давать ответ в виде слова или словосочетания. Поэтому учащиеся должны как бы знать, что у него, по крайней мере, должно быть it, да, там даже пусть подлежащее такое, хоть это даже будет безличное предложение, как-то построено. То есть обязательно полный вопрос. Ну, а полный ответ, я имею в виду, на вопрос. В принципе, ну, понятно, что вот это сокращение времени, конечно, сложно, но тематика одна, тематика несложная, поэтому тема там, ничего сложного там не будут спрашивать, как готовить. А готовить надо, чтобы были упражнения. В нашем УМК представлены упражнения по следующим рубрикам. Вы видите, это рубрика Pair Work, это рубрика Role Play, это рубрика Group Work, где учащиеся имеют возможность как задать вопросы, естественно, потому что, чтобы ответить на какой-то вопрос, надо сначала его задать или составить. Это работает уже у нас, как бы мы знаем, что на ЕГЭ. И отвечать на вопросы. При этом достигается как некоторая спонтанность. Почему? Обратите внимание, у нас достаточное количество таких упражнений, где учащиеся как бы опрос по классу ходят, проводят. Учащиеся составляют себе, выбирают какой-то вопрос, сами его составляют, какую-то тематику. При этом задают этот вопрос учащимся остальным, учащимся в группе. То есть каждый учащийся задает один вопрос, а отвечает на 5 или 6 вопросов. И он, во-первых, не знает, в каком порядке к нему подойдут с этим вопросом, он должен быстро на него ответить. И, во-вторых, как бы ему надо ответить на все эти 6 вопросов. Поэтому, а вы видите учебники, как их класса? 5-6. То есть, начиная вот с самого начала основной школы, учащиеся уже помещены в такую ситуацию, где им приходится быстренько, быстренько отвечать на вопросы. Разные совершенно тематики, потому что, опять же, если вы потом рассмотрите, то вы увидите, что по каждой тематике есть такие вопросы. И дальше все, мы движемся, у нас так и есть. Расспроси. Расспроси, расскажи. Ты его про следующий расспроси, они тебя расспросят про это, а ты ему ответишь на его вопросы, а вслед ему задашь другие вопросы, у него спросишь, и он тебе быстренько должен ответить. Опять же, внизу представлено упражнение. Проведи опрос. То есть, опять же, видите, ученика P1, P2, то есть у каждого ученика один вопрос, и он ходит его и задает. То есть каждый раз, в каждой тематике, это, по-моему, из 8 класса упражнение, нет, из 7, наверное, тоже. И учащийся ходит и опрашивает, потом даже делает этимологическое высказывание, это уже как бы другой аспект, потому что, естественно, мы не можем остановиться там на что-то одном. Но обязательно вот это умение быстро отвечать, быстро реагировать, быстро соображать, оно обязательно здесь пригодится. Или вот среднее упражнение. Опять же, были представлены вопросы, вот там видите, выберите и спросите своего друга, партнера, задайте 5 вопросов из тех, которые представлены. Во-первых, учащийся не знает, какие 5 ему зададут, что его там сосед выберет, и на какие вопросы он будет дальше, должен быстро на них ответить. 9 класс, 8 класс. Видите, то есть вопросы опять же есть, или учащийся даже сам составляет вопросы, мы работаем уже там на 10-11 класс, и отвечает на вопросы, тоже каждый раз отвечая. Или даже вот такие вот большие таблички, то есть ответь на вопросы, используя fact-файл. Или вот такая лексическая таблица, где учащиеся учатся отвечать на вопросы, ответь на следующие вопросы при выборе карьеры, что необходимо. При этом вы видите, что у них даже есть подсказки, опоры, то есть учащиеся могут ответить и так, и эдак. Да? То есть они смотрят, вот тут 5 вопросов представлены, и учащиеся видят, какое лексическое наполнение, грамматическое наполнение они могут использовать при ответе на этот вопрос. То есть если они по каждой теме готовы, то ничего страшного не будет. Третье задание. Легче сложность, уровень 1, потому что здесь опора больше. Тематическое монологическое высказывание с авербальной опорой в тексте задания, за которое учащийся получает 7 баллов. Нужно ответить им, да, здесь, ну, картинка она так, как для красоты. А ответить по схеме, объяснить почему, да, тут ответить на вопросы, посвященные определенной тематике. Связанное монологическое высказывание, критерии оценки вы видите, время на подготовку 1,5 минуты, на высказывание 2 минуты.
Естественно, такие задания есть. Начиная с малолетства, как бы так скажем, с 5 класса, вот они представлены по каждой теме. Расскажи о последней школьной экскурсии. Не забудь сказать, на какие экскурсии, что была за экскурсия, когда ты туда поехал, что тебе понравилось. Или вот последнее, да, вот посмотрите, тут я картиночки обрезал, тут даже картиночки есть, те, которые ну, куда-то тебя направят, может быть, или там, может быть, тоже отвлекут, как бы, которые вообще соотносятся абсолютно с заданием ОГЭ. Какая проблема у вас экологическая есть, если есть у вас близко от вашей местности, как ты к ней относишься, что люди делают, да, что твоя школа для этого делает. И так по каждой теме все это как бы есть. Опять же, как я вам показывала при овладении диалогической речью, опять же, при овладении монологической речью, при построении монологического высказывания, подсказочки. Есть такие вот схемочки, обязательно есть. Ты любишь путешествовать на каникулах? Почему или почему нет? И дается три схемы высказывания. То есть как ему ответить, если я люблю, если нет. То есть логическое высказывание выстраивается, логика. И подсказка с лексикой, потому что над этим пока идет работа. Естественно, это не контрольное задание, это задание в середине цикла, где идет обучение. Расскажи о той работе, которой ты заинтересован. Объясни, почему ты заинтересован, есть ли у тебя какие-то умения, да, и какие тебе нужно развить для того, чтобы овладеть, идти к своей цели карьерной. И при этом, видите, есть подсказочка, то есть как оформить это высказывание, какие связки ты можешь использовать. Если учащийся постоянно видит такие подсказки, то есть если он имеет эту опору, где он видит вот эту логику выстраивания высказывания, то для него не будет проблемой абсолютно выстроить свое высказывание на экзамене. И как я уже говорю вам, тематика абсолютно, она постоянно встречается. Еще я хочу обратить ваше внимание, что учащиеся не должны заучить, когда некоторые заучивают 50 очень полезных тем, которые сгодятся им везде, как бы, да? Но такого не бывает, не сгодится она везде, эта тема. Надо уметь преломить ее и использовать. Поэтому вот посмотрите, например, средняя рамочка, да, вот на нее отвлекусь. Ну, хотя и на верхнюю покажу, да, что тебе нравится? Где бы ты учился бы? В школе, в школе-интернате или в такой обыкновенной школе? И есть две схемочки, как начать, как. Мне бы хотелось туда-то, но я бы не хотел там учиться, потому что его схема ведет тебя, куда тебе нужно. Или, например, работа, да, part-time job. И вы видите повороты. Если бы ты выбирал работу, то какой бы выбрал? Почему? Потом следующий. А ты вообще собираешься что-нибудь на каникулах делать? Вроде бы то же самое. Вроде мы про то же самое. Опять почему? Да или почему нет? Но все равно поворот другой. И вот учащийся 3 раза, или один, ну, как бы в голове он все равно себе 3 высказывания прокрутит, а прослушает одно, может быть, расскажет, одно прослушает соседа, третье, второго соседа. Именно что, и он поймет, что я вроде бы про разное, использую это одно, лексические единицы, там одну грамматическую структуру, похожее все. Но я говорю-то разное, я отвечаю-то на разное, и учитель же здесь вот есть, он же говорит, а ты, Вася, отвечаешь на что? Ты идешь-то по схеме или как ты? Ты отвечаешь на тот вопрос, какой я тебе вопрос задаю? Вообще ты работаешь, или ты, вопрос, если ты собираешься ли ты работать? Они же отличаются, эти вопросы, и отвечать надо сообразно. То есть выполнение коммуникативной задачи, вы помните, что если не выполнил ноль, и все ноль, то вот здесь это как раз обучение очень-очень явно, оно есть и очень-очень наглядно. Задания, конечно, они представлены в тестовых книгах. И помощь как? То есть учащийся должен алгоритм у него в голове быть, как выстроить этому логическое высказывание. Диалог, естественно, он не выстроит, потому что он должен просто уметь реагировать там быстро. А монологическое высказывание, он должен увидел вот это, что ему нужно сказать, сразу должен в голове у себя прокрутить, что он скажет по каждому пункту, 1,5 минуты ему все равно дается. Как рассказать, не уходя в сторону, чтобы ему надо раскрыть это все. И вот как раз ограничение времени, ограничение вот этого плана, оно дает учащимся, ну, если мы начнем вот это ограничивать с 5 класса, подготовка очень достойная. Что же нужно делать? Уделять спонтанной речи. То есть использовать соответствующие задания в ОМК, я показывала уже. То есть даже вот эти вот
Свейз, да, который учащийся ходит с вопросами, это как раз и есть развитие спонтанной речи. То есть не выступил текст, а утром на следующий день пришел и его рассказал. Навзусть, да, как говорят. Вот. А именно, что здесь спонтанно. Интерактивный характер, то есть чтобы повышалась находчивость при ответах. То есть как раз когда вот друг другу вопросы вы видели, pupils card 1, pupils card 2, то есть в каком порядке я тебе задам вопрос, даже если я вижу твою карточку, но я же не знаю, что ты меня первый спросишь, какой вопрос первый ты мне задашь, а я тебе уже приготовила ответ, а ты мне второй вопрос задашь, я тебе на первый уже приготовила, начну отвечать. То есть как раз вот и есть обоснованность ответа, аргументация, но это для третьего задания. Именно понимать текст задания, то есть обращать внимание на то, что ты должен сказать, что от тебя требуют, ты должен внимательно читать и понимать. Не бояться попросить объяснения, отработать разговорные формулы. В принципе, это может пригодиться, вот такие у нас есть тоже упражнения, вот эти разговорные, они, конечно, и в жизни как раз нужны. Но если вдруг вот ребенок не расслышал вопрос, и если он вдруг вот как бы может, ну вот он не расслышал, если он, по крайней мере, попытается не промолчить все эти свои 40 секунд, а, по крайней мере, скажет какую-то коммуникативную фразу, что я не понял ее, то я думаю, что где-то как-то и чего-то, потому что это еще не отработано, дальше нам там объяснят, как это будет, что если я не понял, может быть, там эксперт, как там, как это будет проходить процедура, она еще непонятна, потому что ОГЭ не уделяется такое время, такое внимание, как ЕГЭ, и поэтому еще не совсем все понятно, как это будет выглядеть. Но вот эта фраза все-таки может его спасти, если уже совсем у него ступор у ученика, и он вообще не знает, что сказать, и даже вообще не перепугался, ничего не расслышал, что ему сказали. Потому что, в принципе, если тебя спрашивают о чем-то, ты же имеешь право переспросить? Имеешь. Переспросил. То есть ты как человек поступил сообразно ситуации, все нормально. Обратите внимание, да, вот тут последний завершающий, это уже эти кадры, на наш сайт. Да, вот он вверху написан, где у нас есть рубрика «Итоговый контроль», где там есть всякие полезности, вы можете посмотреть. И я хочу еще раз напомнить, что вот эти все сборники контрольных работ, они уже вышли, и вы можете ими пользоваться, и они очень полезные, они очень организованные, и они помогают организовать работу, именно проконтролировать вот те умения, те вот навыки, которые там были, и которые там чего-то. Ага. Все, последний слайд, да, наш имейл можете писать, можете в интернет-поддержку смотреть. И отвечаю я на вопросы, которые были записаны, потом, может быть, еще тут что-то появится. А Анелия Елфимова спрашивает, как технически будут задаваться вопросы в устной части? С паузами постепенно? Но пока вот что написано в спецификации, рекомендации я смотрела на ФИПИ, вы тоже можете посмотреть. Если на ФИПИ к ЕГЭ, там рекомендации есть к экспертам проведения, и там висят рекомендации адекватные, те, которые соответствуют существующему заданию, то на ОГЭ, в разделе ОГЭ, там и висят рекомендации, которые еще к предыдущему заданию ничего не повесили. Поэтому вот меня тоже это очень смущает. Я не эксперт, но я автор. Это, конечно, как автор очень тоже странно, вот как бы быть не в курсе, и вообще учителям странно быть не в курсе, что на ФИПИ вот не дается, не поясняется, но исходя из того, что написано в спецификации, там вот полностью написано так же, как написано в спецификации к ЕГЭ. То есть должна быть аудитория, оборудованная тем-то, 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 то есть тем, чем оборудована в ЕГЭ. То есть, скорее всего, это будет так же, как на ЕГЭ. То есть будут те же наушники, там написано те же лингофонные кабинеты. Задаваться они будут с паузами, естественно, потому что пауза, там дается 40 секунд, где нужно ответить на вопросы. Ну, пауза для вопроса, для ответа. Поэтому они будут задаваться, как вот там написано, пример, то есть я сейчас проведу вам опрос и все такое прочее. Вот первый вопрос звучит, видите, он легенький, он как и был, чтобы как бы ввести ситуацию общения, хотя на него тоже дается балл. Потому что он именно такой будет вопрос легкий, чтобы учащийся хоть настроился пока. И именно постепенно они, конечно, задаются. Но с паузой вот это 40 секунд для ответа на вопрос. Поэтому разглагольствовать некогда, учащиеся должны быть готовы, чтобы быстренько за 40 секунд. Особенно вот те вопросы, поэтому нужно обязательно отрабатывать вот такие вопросы, которые вот представлены, как вот у нас заложено в учебнике. То есть вот эти большие вопросы, те, которые требуют все-таки приличного ответа. Но не уходить, учащиеся не должны рассказать, говорю, все. Все свои советы дать, которые у них есть список уж из 20 советов. Вот Светлана Борисова спрашивает, экзамен будет сдать в один день или все-таки устную часть во второй день? Ну, nobody knows.
Ну, пока вот ничего не написано по процедуре. Если по ЕГЭ все написано, то по УГЭ ничего не написано. Раньше сдавали в один день. В принципе, 120 минут же там получается на первую часть. И вторая часть, может быть, и в один день так и оставят, потому что иначе это не уложить во все экзамены. И как бы, я так думаю, что в один день, скорее всего, и останется. А Анна Филиппова спрашивает, подскажите, когда будет введен ГИА обязательно в 9 классе? Но пока в министерстве нет, ничего пока нет на этот счет. Вот пока как бы расширили только в 9 классе, что теперь обязательных 4 экзамена, не то что обязательных, обязательно ребенок должен сдать 4 экзамена. Из них обязательный и обязательный русский математика, 2 по выбору, но все равно он должен набрать 4 экзамена. Пока только вот до этого дошли, пока еще не сделали обязательный. Да, у нас язык, но я не думаю, что он будет обязательным, потому что все-таки здесь спецификации и как бы, как говорят, назначение экзамена разное. Назначение ОГЭ – это определить учащегося в профильный класс. А не всем нужен экзамен иностранного языка, тем более для тех учащихся, которые пойдут потом, например, в техническое училище. То есть нет, не будет в 9 классе, да, получается, ну, вряд ли он будет обязательным. Да, как бы до такой степени. Но пока не ввели еще, нет. Виктория Семенова спрашивает, во время подготовки ко второй части раздела говори, не ответь на вопрос, список вопросов у ученика есть перед глазами или нет? Нет. Потому что если вы посмотрите на домоверсию, там написано, что это скрипт. То есть перед глазами учащийся ничего не видит. Ничего. В этом вот это сложнее, чем на ЕГЭ. Там-то он видит вот эти, и у него есть время на подготовку, у него есть вот это вот, чтобы он проглядел глазами и подумал, какой вопрос он может задать. А здесь, конечно, сложнее. И надежда на то только, что, ну, как бы тематика-то несложная, в принципе, сюда не будут закладывать, потому что, ну, вопросы не будут же его про политику спрашивать, и отношение какое-то ему прям нужно, или про философию сильно задумываться. То есть вопросы будут простые. Анна Полетаева. Как организовать подготовку учащихся к использованию ТСО для выполнения задания 34-35-36, задания по говорению? Ну, наверное, если у вас есть возможность, вот, ну, как бы запись, точно так же, как ЕГЭ, как подготовка к ЕГЭ в данном случае. То есть записывать себя. В принципе, многие учителя уже и так это делают. Диктофон приносят, учащиеся читают, они его записывают, потом ему дают прослушать, чтобы он как бы послушал свои вопросы. А такое, ну, когда вот сейчас вывесить, будут появиться все-таки такие, вот эта вот платформа уже будет работать, то, наверное, уже можно будет использовать и какую-то платформу для использования ТСО. А пока, как бы, ее же нет на платформе, поэтому сами только что придумаете, сами будете вместо ТСО. Нелла Елфимова еще спрашивает, надо ли каждый ответ на вопрос письма оформлять с красной строки или писать основную часть body of the letter сплошным текстом? Лучше отбить. Лучше все-таки отдельно оформлять, потому что это организовывает, все-таки организовывает вот эти 3 вопроса, 3 блока, потому что вдруг там, ну, нет такой связи, ребенок не связал так логически. А если у него 3 отдельных абзаца, то все-таки эта логика, она как бы достаточно соблюдается, потому что абзац позволяет уйти на другую мысль. А иначе ему нужно прям уж совсем красиво все завязать и все вот эти вот, все как бы ответы прям завязать, завязать, завязать. Если завязываются, то в принципе нет, как бы нет такого, что каждый ответ вопрос должен быть с отдельной строки. Но лучше перебдеть, как говорится. Лучше написать отдельно. То есть это не страшно и не проблемно, и все это как бы есть. Сколько ошибок допустимо при чтении, спрашивает Ирина Астафьева. Ну, как там говорится, вы посмотрите в домоверсии, почитайте критерии оценки, а там не грубые ошибки. То есть те, которые не ведут к искажению понимания текста. То есть здесь действует то же самое, как на ЕГЭ. То есть, если это ведет к искажению, то тогда, да, это считается грубая ошибка. Например, это вот чтение, например, тот же шип-шип, да, то есть совсем другое слово получается. А если, в принципе, учащийся что-то там, ну, не так произнес, но это никак не влияет, если вы будете слушать его речь, и вас это не собьет с пути, то вообще, как бы, это считается не грубой ошибкой, засчитывается нормально. А Елена Сюсюра спрашивает, а дети видят или слышат вопрос? Слышат, как я уже сказала. Где можно скачать аудиоприложение и ключи к контрольным заданиям, спрашивает Татьяна Юркина. На сайте. На сайте, там в разделе «Посмотрите, где контрольный», на нашем сайте есть есть и ключи к контрольным заданиям. В разделе «Методическая помощь», посмотрите. Есть все-все, там и аудиоприложение, и ключи там есть. Потому что хорошо, что ключей в книжках нет, чтобы у учащихся не было. То такое. А Зада Айжанова спрашивает, считаются ли синонимами слова американского английского? Kid и child.
В принципе, это используется. Это такая синонимия, но как бы я не знаю, я не могу я вам сказать с лингвистической точки зрения, являются они синонимами, но то, что они такое используется в тестах, несколько лет назад в ЕГЭ было, то есть вот этот mobile и cell phone там как раз было, то есть в тексте был mobile, по-моему, а в вопросах был cell phone или наоборот, а это как раз одна американская версия, другая британская версия, то есть получается, что как раз это и может быть. То есть в тексте звучать там child, а в вопросе kid. Или, скорее всего, будет наоборот. В тексте kid, а в вопросе child. А Рима Кадырова спрашивает, в втором задании, допустим, ребенок не понял вопрос, он может переспросить. Но вот это я уже как бы говорила, часть, я даже не знаю, сейчас эксперты как бы есть какие-то, потому что если вы посмотрите на ФИПИ, вот обучение экспертов по ЕГЭ было, вот там можно посмотреть, то есть как они обучались, а экспертов по ОГЭ не было. Вот честно говоря, даже вот учителя, может быть, даже какие-нибудь, может быть, и написали бы в чате, что вот кто-то ведь наверняка является экспертом и был в том году экспертом, а вот что им говорят в этом году? Потому что я думаю, что учащийся может переспросить, если он совсем не понял, потому что или у него вообще будет этот ноль за вопрос, а все-таки если он переспросил, то есть он ведь, это же коммуникация, то есть он сделал попытку, поэтому лучше обучать этим фразам, и, естественно, они должны быть. Арена Целинская спрашивает, не хотели бы, а вопросы будут написаны на экране или нет, спрашивает Елена Зусова. Ну, я отвечала уже, да, нет. Вот судя из того, что сейчас существует, вопросов на экране не будет. То есть вопросы будут только в аудиозаписи. Не хотели ли бы мы заняться за созданием учебника для среднего профессионального образования? Ну, мы обычно работаем по заказу, как бы, по заказу государства, да, или издательства. Если нам такой заказ спустят, то есть если это нужно, да, то, наверное, мы могли бы заняться, я думаю. Ну, как бы нас не просили, а у нас пока еще есть. Угу. Елена Асаева спрашивает, хотелось бы поподробнее насчет монологического высказывания. Всегда ли это будут тексты в большей степени общего характера, а не по истории, по профото, как в ЕГЭ? Почему не сформирован банк устных заданий на ФИПИ, когда они появятся? Вот, конечно, тексты будут общего характера, не будут туда. Я так думаю, что они будут очень похожи на те тексты устного характера, которые уже были. Вот бард устных заданий, его убрали с ФИПИ, а там же он был, вот эти устные задания, вы у своих коллег, которые уже готовили, у них наверняка этот списочек-то имеется, который они уже скачали, вы у них спросите тот банк, потому что там тематика представлена, и там все было уже представлено, и вот эти, вряд ли, вот эти монологические высказывания далеко уйдут. То есть как были они про экологию, так они и будут. Как были они про изучение языка, так они и будут. Никуда вы не уйдете, ни про конкретику, ни по истории, никуда, ничего туда, абсолютно. Потому что это проверка, это уровень А2. Это именно вот базовый, такой прям базовый-базовый уровень. То есть здесь далеко именно только спросить, тебе нравится фотография? Или там у тебя друзья есть? И как ты относишься к друзьям, к дружбе? Много у тебя друзей и так далее. А банк устный не сформирован, потому что, как и в ЕГЭ вы видели, он начал формироваться только после того, как сдали пробник по ЕГЭ и вы это выложили. Как вот сдадут что-то, пробник хотя бы, то и выложат. А больше пока специально этот банк, его никто не делает. Это туда складывают все, что как бы используют. Это как бы second hand. То, что было использовано, туда сложили. Ну, такой банк у нас по иностранным языкам. Анна Чузова спрашивает. Считаете ли вы, что времени для выполнения письменной части ЕГЭ недостаточно? Русский язык дается больше, дети говорят, что не хватает времени на написание эссе. Ну, я как бы про ОГЭ, но про ЕГЭ может быть, но, опять же, я вам говорю, видите, я вам говорила как бы хитрости. Понятно, что нужно перераспределять время. Учащийся должен перераспределять время и на письмо в данном случае, потому что в ЕГЭ у нас два аспекта, письмо личного характера и написание эссе. Он письмо должен писать за 15 минут. Он должен вот эти все фразы окружающие знать наизусть. Он не должен вообще, то есть он их должен написать просто вообще, как бы, да, как он пишет, классная работа. Да, то есть он же не задумывается, что ему надо писать классная работа. Он написал ее и все, это уже отработано на уровне механики. А вот среднюю часть письма он пишет. Поэтому если он напишет на письмо, затратит меньше, то на эссе у него останется больше. И при этом еще как бы вот такой аспект, как говорят, то есть ЕГЭ это дифференциация тех учащихся, которые идут в языковые вузы. А эссе – это высокий уровень. И при этом
письмо написал, то есть на такой уровень, который тебе нужно, если ты как бы не претендуешь, если ты не в профильной школе учишься, потому что ЕГЭ, вот эти задания высокого уровня, а там в каждом разделе, в одном только, по-моему, нет их, а так в каждом разделе, кроме одного, представлены задания высокого уровня, вот эти задания высокого уровня рассчитаны на профильную школу. Так было задумано. В принципе, хорошие учащиеся, с хорошей поддержкой учителя, они могут подготовиться по учебникам базовой школы, потому что никакие структуры, которые выше базовой школы, они туда не выносятся, вот на этот высокий уровень. Но учащиеся не могут, то есть они должны вот себя организовать, как вот вы видели, говорю, что уже мы эссе тоже, у нас базовый учебник для базовой школы, но мы учим писать эссе. И мы учим, начинаем его учить писать уже начиная с 8 класса, с 8. То есть если учащийся, опять же, умеет организовывать свои мысли логически, то я думаю, что им хватит. И вот эти вот выкладки, которые анализ ЕГЭ, то он подтвердил, что как бы увеличение времени, оно не ведет к резкому увеличению результатов, улучшению результатов. Поэтому что пишут эссе практически те, которые умеют их писать, и они пишут их достаточно быстро. А Лилия Кишишьян спрашивает, надо ли детям на уроках читать вслух? Ну, они вслух, может быть, что-то зачитают, но у них получается вот это чтение вслух, как я показывала уже вам, это когда они вычитывают из текста. То есть не просто давайте мы вслух почитаем, но если у вас есть там, в начальной школе, да, на начальном этапе, конечно, они будут у вас читать вслух, потому что там есть такие задания даже специальные, читать вслух. А вот в ответах в средней школе, то уже при ответе на вопрос, где им нужно с опорой именно, когда это начальная стадия, они отвечают на вопросы, вычитывая из текста. А там у них не только одно предложение, там может быть и два, и три предложения. И при вычитывании этих предложений из текста, естественно, они будут паузацию тоже соблюдать. Или если вы будете проверять домашнее задание, где у вас было, помните, я приводила вам пример упражнений, где нужно было, например, true, false, not stated и proof from the text. Вот вы будете, когда проверять задание, вы будете спрашивать, а в тексте-то что написано? Вот ты сказал, что это true. А на что ты опирался? Он из текста вам вычитает два предложения. Естественно, вы поправите, да, там что-то. Это и есть чтение вслух. Потому что, ну, больше чтением вслух нам уже в старшей школе некогда заниматься чистым чтением. Все-таки это не постановка дикторов. А Марина Ляпунова, да, спрашивает. Дети интересуются, будет ли у них возможность записать кратко свои мысли во время полутораминутной подготовки. Вот насколько я знаю, понимаю, насколько, точнее, я не знаю, я ничего не знаю, насколько я понимаю и могу логически как бы домыслить, то нет. То есть это, если это, как написано, приведено в соответствии с ЕГЭ, то в ЕГЭ нет такой возможности. Нет там никакой ручечки, никакого листочка. То есть пришел, смотришь на экран и проводишь свои мысли в этот какое-то там состояние, медитирую, глядя на экран, мы просто думая о том, что нет, не будет. Во-первых, может быть, даже и правильно. Потому что сейчас начнет писать, что-то там еще там спотыкаться, думаю, записать побольше, не будет следить, что у него 1,5 минуты, а отчет будет все-таки у него вестись, обратный отчет на экране. Поэтому нет, он должен сидеть и думать, как бы, что он расскажет, и все. Угу. Так, ну все, наверное, вопросы. Сейчас я еще гляну, там ничего последнего не появилось. Угу. Ну вот, да, вот кто-то написал, будет обучение экспертов ОГЭ. Как раз отлично, февраль. Да. Время, да, вот спрашивают, я думаю, будет, да, потому что это соотносится с ЕГЭ, а если как бы как в ЕГЭ, то там время видит. А, ну вот изменения какие? Какие вот уже представили, я думаю, больше изменений не будет никаких. Угу. Ни одного курса мы элективные не ведем. Пересказ текста. В принципе, нет. Пересказа текста как такового нет. Пересказ текста этого на ГВЕ нужен детям. Как бы те, вот, которые с ограниченными возможностями сдают вот этот экзамен, там они пересказывают. Нет, так больше пересказ. Он, ну, конечно, он все равно как бы приносит свою пользу, потому что это такое же логическое высказывание чего-то. Тем более, что пересказ какой? Ведь не просто пересказать, это же, вы же там какая-то логическая задача все равно есть у ребенка пересказать этот текст. Он же все равно его не пересказывает. Уж совсем пересказывать не надо. А именно что-то из него там рассказать, как бы из него вытащить что-то, то да, тогда и будет. Угу. Аудио будет, аудио видеосъемка будет. Будет. Это точно, это написано в спецификации. Будет и аудио, и видео, как на ЕГЭ. Написано и видео. Вот Яна Сидорова отвечает, видео нет. Спецификация написана. Должно быть оборудовано аудио и видео. То есть будет. Так, ну вроде больше я вопросов не вижу таких, да, ага.
Насколько те, наверное, мне уже принесли, а последний я посмотрела. Все, большое спасибо. Если какие-то вопросы есть, вы пишите. А если что-то там, да, как бы какие-то запросы на какие-то вебинары, пишите. Особенно если мы проводим и вебинары как бы по скайпу, можем даже проводить кому-то там метод объединением и так далее. Да, смотрите, если что нужно, как бы что вас волнует, что вас интересует, обратите внимание, сейчас у нас идет цикл вебинаров, посвященный каждому аспекту по урокам, то есть обучение лексике, обучение грамматике, то есть урок овладения лексическими навыками, урок овладения грамматическими навыками уже прошли, далее по структуре нашего цикла, где уделяется большое внимание именно соотнесением с новым государственным стандартом, то есть с федеральным государственным стандартом новым, где идет акцент на то, что как происходит достижение как предметных, что это понятно, так и метапредметных и личностных результатов. Смотрите за сеткой вещания вебинаров и будьте как бы в курсе, посещайте, будьте здоровы.